Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, связанная с фото-видеотехникой, а именно с двумя камерами Nikon Z30 и Nikon D5600. А более конкретно с объективами для этих камер. Чтобы была возможность на первое время использовать объективы под Bayonet F, который сейчас стоит слева на Nikon D5600, на камере Nikon Z30, у которой Bayonet Z, необходим переходник. Ну и в данном случае существует два варианта ФТЗ. Первый вариант, ну там без цифрового обозначения. И второй вариант, вернее второго поколения ФТЗ-2. Все пришло это из Китая, куплено на Али. Пришло это в течение 2 недель, достаточно быстро. Ну и по стоимости ниже, чем в российских магазинах. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Доставляла это Почта России. Как видим, у нас упаковка претерпела некоторые изменения. Так, и снизу пломбы все на месте. И давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. А внутри нас встречает документация на нескольких языках. Японский, английский, французский, испанский и так далее. Другие языки, первый японский. Ну, есть английский, если что, почитаем. Есть и комиксы. Вон есть гарантийный талончик, который заполняется. Но, как правило, не заполняются они. А все осуществляется за счет кассовых чеков. И внутри у нас спрятан сам переходник. Возьмем упаковку. Такого плана. Вот такой вот переходничок. Здесь для установки объектива, а здесь установки в камеру Nikon Z. У первого поколения здесь есть внизу выступ, и в выступе есть еще резьба 1/4 дюйма, чтобы в случае чего центр тяжести, если вдруг приходился на этот переходник, то закреплять соответственно в эту резьбу установочную. Сделан в Китае, есть и серийный номер. Здесь вот у нас есть объектив. Давайте попробуем установить его при помощи этого переходника на камеру Z30. Зафиксировался. Здесь есть кнопка для того, чтобы отфиксировать. И, как видим, все у нас функционирует. Итак, я вам продемонстрировал переходник ФТЗ-2 для того, чтобы использовать на байонете Z объективы с байонетом F. Связано это с тем, что на кропнутые камеры в настоящее время существует только 3 объектива, а именно стандартный их DX-объектив 1650, который поставляется вместе с камерой. Дальше есть 50-250, тоже иногда поставляется вместе с камерой и вместе с первым объективом.
объективом 16-50. И третий недавно вышел, это 18-140, тоже для DX-овой камеры объектив. У каждого объектива есть просветляющиеся стекла, что достаточно хорошо, и особенно на китовом 16-50 DX есть фокусное расстояние от 16, что положительно, а не 18 с байонетом Z. Хотя можно и ставить полнокадровые, там единственный угол чуть уменьшится, но есть один отрицательный момент вот у этих кропнутых объективов. Есть стабилизация внутри, предусмотрена. А вот на полнокадровых объективах там стабилизации внутри объективов нет, потому что в полнокадровых камерах эта стабилизация существует внутри, а именно матричная стабилизация. Вот один отрицательный момент. Итак, я вам продемонстрирую адаптер для использования на камерах с байонетом Z, объективов с байонетом F. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.